Древняя Брестская земля богата памятниками старины, в том числе уникальными деревянными храмами. Возведенная более 5 веков назад церковь святого великомученика Никиты в городе Жабинке представляет сегодня самобытную западнополесскую школу деревянного зодчества и претендует на включение в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Храм был построен в деревне Сдитово, которая со временем вошла в состав города Жабинки. Его история гласит, что в 1502 году местный помещик Иван Гурин возвел на берегу реки Муховец храм в память о своем отце Никите. Известно, что церкви были пожертвованы земельные наделы в вечное пользование. Запись об этом составили в Брестском замке 15 января 1502 года. Назначенный на приход священник зарегистрировал данный факт в актовых книгах. Сведений о первых годах существования храма не сохранилось. Из архивных документов следует, что в 1787 году был произведен капитальный ремонт, в результате которого церковь была значительно перестроена и приобрела черты барокко. Прихожан и паломников молитвенно приближают к Богу старинные иконы святителя Николая, великомученика Георгия Победоносца и другие. Когда-то здесь находилась икона Божией Матери Адигитрия XVI века. В настоящее время образ хранится в музее древнебелорусской культуры в городе Минске. В храме остался современный список иконы. Церковь построена в традициях западнополесской архитектуры, одного из двух типов полесской архитектурной школы, претендующих на включение в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Древние зодчие досконально изучали ландшафт, прежде чем строить храм. Учитывали рельефные и климатические особенности, пристальное внимание уделяли красоте выбранного места. Сакральное здание должно составлять единое целое с природой, считали представители полесской архитектурной школы. Сохранившийся до наших дней храм великомученика Никиты в городе Жабинке свидетельствует о том, как выглядели деревенские храмы 15-16 века в этом регионе. Близкие к квадрату срубы с шатровыми завершениями создали типичный образ церквей белорусского Полесья, уникальный на фоне деревянной восточноевропейской архитектуры. Рядом с церковью расположена двухъярусная деревянная колокольня. Комплекс характеризуется монументальностью, удачными пропорциями и архитектурно-художественной выразительностью. Thank you.